Я вижу, что нас ждет. Постараюсь объяснить как можно яснее. Главную угрозу Соединенным Штатам представляет Советский Союз. История требует многого от американцев нашего времени. Больше мы уже сделали. Но нам предстоит еще немало. Нужно поддерживать мир посредством силы столько, сколько потребуется. Третий уровень боевой готовности. Как только мы сделаем это, назад пути не будет. Ради всего человечества. Второй сезон.